11 июля во дворе дома по улице Радищева женщина пыталась сбыть саратовцу 10 таблеток сильнодействующего психотропного трамадола. За этим занятием ее и задержали сотрудники наркоконтроля «Главка». Позднее в квартире подозреваемой оперативники обнаружили 3 упаковки с 28 таблетками все того же трамадола. Женщина, торговавшая ими, вывела полицейских на врача, поставлявшую ей психотропный препарат. Оказалось, врач-терапевт, работая в одной из поликлиник Саратова, выписывала рецепты на бесплатное получение онкобольными сильнодействующего обезболивающего трамадола. Только лекарства до адресатов не доходили, потому что в рецепте указывались либо подставные лица, либо в прямом смысле слова «мертвые души», умершие от рака пациенты. Затем по этим липовым рецептам психотропные препараты получала ее соседка-подельница, которая сбывала их заинтересованным клиентам. Сейчас обе женщины задержаны, каждый из них грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов дела. Анатолий Чернов, Денис Желтов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.